Сегодня на рынке существует множество тепловизионных монокуляров от различных производителей. Порой даже сам не знаешь, в какую сторону посмотреть и что выбрать. Компания ННПО предлагает пользователю практичное и качественное решение в виде линейки тепловизионных монокуляров серии RD23S. Приборы отличаются между собой различным фокусным расстоянием, разрешением и наличием лазерного дальномера. Кратко пройдем по основным характеристикам. В приборах используется тепловизионный сенсор iRay со световой чувствительностью менее 25 мГ и размером пикселя 12 микрометров, а это означает максимальную детализацию по температуре объекта в любую погоду. Пылевлагозащита по стандарту IP66, встроенный Wi-Fi модуль, запись фото и видео со звуком на встроенную карту памяти формата microSD, которая уже установлена в прибор. Питаются все приборы от литий-ионного аккумулятора 18650. Заявленное время автономной работы 4 часа. При необходимости можно запитать прибор от внешнего источника через USB-C. С эргономикой здесь все в порядке. Монокуляры легкие и компактные. Пользоваться можно любой рукой. Органы управления при этом легко доступны. Приборы поставляются в качественной упаковке. В коробке нас ожидают листок с комплектацией, инструкция, чехол для переноски с прибора внутри, коробочка, в которой находятся аксессуары, а именно ремешок для переноски чехла, такой вот стильный нашейный ремень, салфетка для чистки линзы, наглазник, а также комплект из двух аккумуляторов в футляре и зарядное устройство с кабелем к ним. К слову, инструкция вся русифицирована, отдельно отмечу ее наглядность и информативность благодаря большому количеству картинок и изображений интерфейса. Перейдем к наблюдению. Сразу отметим наличие русского языка интерфейса, сейчас такое встречается далеко не везде. На выбор имеется 6 цветовых палитр, 2 сюжетных режима, а также многоуровневая подстройка яркости и контраста. В любых условиях наблюдения можно легко адаптироваться и настроить прибор под необходимые задачи. Цифровой зум изображения, присутствует также режим картинки в картинке Picture in Picture. Лазерный дальномер, которым оборудуется ряд приборов, может похвастаться своей высокой точностью и максимальной дальностью измерений до 1100 метров. Присутствует также и режим отслеживания горячих точек, дополнительно облегчающий обнаружение цели. К слову о точности температурных измерений. Удаление до этих дымоходных труб более 2 км. Тем не менее, очень четко виден их нагрев. Выводы можете сделать сами. Ну и конечно же, не обошлось без фирменного мобильного приложения. Через него можно не только управлять прибором в режиме реального времени и получать с него изображение, но и скачивать и просматривать ранее записанные файлы. Управление простое и понятное, скачать можно как с Play Market, так и с Apple Store. Подведем итог. Компании ННПО удалось собрать в компактном и легком корпусе тепловизионный монокуляр с качественным сенсором, набором всех необходимых функций для комфортного наблюдения и использования, а при необходимости дооборудованный точным лазерным дальномером. На наш взгляд, линейка приборов RD23S является отличным решением задач, связанных с наблюдениями и охотой. С вами был магазин оптики «Штурман». Спасибо за просмотр.